Вы смотрите самое страшное видео на этом канале. Не советую смотреть его одним, именно ночью. А то вы можете испугаться. И вам это будет напоминаться каждую ночь, каждый сон будет сниться кошмары. А кого ты обманываешь? Ну ладно. Скучно что-то снимать одному. Может друга позвать? Так. Чё стучишься? А я с тобой ролик хотел заснять. Давай. А чё ты, кстати, самокат не загнал, он тут стоит. Он всё равно на... Блядь. Ладно, чё, на коне кататься будем? Не знаю, зимой-то сейчас не зима, а сейчас лето. Ну, то есть осень. Пойдем. Традиция. Умочка, традиция. Пока нету найды. Ну ты давай скатывайся. Ну естественно. Этот ролик должен без дрожания почти что произойти. Жёстко! Ты, Витя, смотри, оно тут осталось. Ёлки, оно тут осталось. Нормально всё с колесом? Ну, надеюсь. На, катись, твоя очередь. На, снимай. Так. Вот этот человек думает, что он умный. 49-й бэйбич. О, подожди, стой! Там что-то за кола в кустах лежит. О! Смотрите, тут кола в кустах. Ладно, всрать ее. Вон он, этот умный человек. Фури-ти-дай-ти-буджи. На. Или мы ТГ? ТГ. А, ну ладно, давай дальше. У тебя ж ТГ есть? Ну вот. Ой, мой телефон! Мой телефон одинокий. Мой телефон одинокий. Давай я сюда на машину положу. Короче, скатывайся. И куда ты? Давай. Стой! А тебе пофиг. Чё? Посмотри, сзади играет. А чё? Не знаешь, слишком близко. Слишком близко к какому-то зданию? Ладно, твоей очереди. Ны. Давай потряси свои пупки. Давай тряси зубы. Маме делай пичес. Маме пичес. О, это же не та самая. А нет, это не та. Самая бутылка. У тебя опять мигает. Подожди, а что случилось? Фонарик. 6 километров, максималка. Где? Максималка. Почему? Так вы видели, что... Подожди! Я не газую, он едет. Как? Не, ну так и будет. У него была аварийная скорость из-за того, что я сгибался в камень. А, хочешь с этой? Тоже бегает. У меня аварийка включена. У меня жопа выделяется. Что, давай теперь я? Welcome! Welcome, you guys! Тормози! Ты что сделал? Так ты что? Смотрите, мох. Тут растет мох. Такой мох. Вот такой мох. О! Тут у нас подгон. Фу, ты что? Стоял. Теперь у нас новая экспедиция. Дрифты. Да. Так я и не собирался дрифтить. Новый фрагмент. Обзор. Обзор! Самый
хороший самокат, с хорошими колесами, хорошим дизайном, хорошим экраном, хорошим колесом, хорошими фарами, хорошими передними фарами. Всем пока!